Ну что ж, мы покидаем гостеприимный кемпинг. Сегодня очередной день нашего путешествия. Вот его название, De Sources. Ну, короче, источник. Ну, по-французски вы знаете, я не особо сильно, как, впрочем, в остальных европейских языках. Зато по-русски могу разными трилями разливаться. Вот, сегодня у нас в планах достигнуть Гренобля, заехать в Куршавель, посмотреть местечко Три долины. Ага, француз решил нас пропустить. Это очень мило с его стороны. Ну, пока мы расходились со Францией, разъезжались с Францией, разводились с Францией. Француз, короче, хотел задом сдавать вот сюда дороги. Это очень мило с его стороны, но напрасный труд. Мы не в таких сейчас пробках бываем. Вот, короче, едем сейчас в Гренобль, дальше Три долины, смотрим, что такое Куршавель. И вообще культурно отдыхаем. Ночуем где-то по дороге, возможно, в Швейцарии, а завтра с утра мы должны будем доехать, завтра, вернее, мы доезжаем до Зёльдена и смотрим, как оно там летом. Зимой-то мы многократно же там бывали, и уж свои родные места, хочется посмотреть, как там оно летом, ходится, носится и гуляется. А в планах, в принципе, посетить ледник, летний ледник, посмотреть на него, пройтись по альпийским лугам, подышать альпийскими травами. Короче, вдохнуть жизнь Альп летом. Альпас пред нами, мы рассчитываем на это. Но до Альп еще далеко, поэтому сегодня, ну, тоже Альпы, но французские. Продолжаем путешествовать, приезжаем в город, бросаем на него свой взгляд, полный грусти и печали. Вот, и радостно устремляемся дальше. А перед нами вот горы. Вот такие дела. Либерон. Да, Либерон. Легко запомнить. Вот когда законная гордость начинает тебя охватывать. Когда на французских дорогах в Провансе ты видишь машину с надписью «Нива», «Лада». Родная, можно сказать, машина. Наша, надежная. Даже брызговики еще фирменные сохранились. Ой, французы бережливые. Ну что ж, машина по такой скромной, мягко говоря, цене, это всегда неплохо. А ведь машина ездит, смотрите. Вот, вот, куда делось ваше недоверие? Ездит, нажимаешь на педаль и едет. Вот так вот. Одно, конечно, грустно. Модель-то, извините, 80-х годов. То есть далеко уже не новенькая. А новых них уже нету. Не ездят уже по французским дорогам новые Нивы. Увы. Вот так. Чуть-чуть промахнулись и съехали с основной дороги. И попали на деревенскую дорожку. Вот что характерно для этих мест. Очень хорошо организована система движения. Оп, подсолнухи. Гогена на них нету, а? Вот. Очень хорошо организована система движения и система дорог. То есть даже деревенские, каждому деревенскому домику идет асфальтовая дорога. Продолжаем. То есть можно активно работать, очень удобно проезжать, подъезжать, подъезжать в любую погоду. Ну, наверное, еще играет роль то, что почва каменистая, поэтому дороги, конечно, долговечные и ровные. А может, просто их делают аккуратно и правильно. Смотрите, какая кюветка. Вот так вот. Дорога не подмокает, не садится, не пучится или не пучится. Ну, неважно. Короче, отличная дорога. Отдали должное местному питанию. Побывали в магазине. Вот справа там боланжери было. Там печется багет. А слева магазинчик. Восхитительная еда, вкусная. В общем, надо здесь ездить по деревенским магазинам, если будете в этих местах в Провансе. Не стремитесь ехать в сетки. Поезжайте в деревню и пойдите в тот магазин, куда ездят люди на каблучках. Ну, на маленьких пикапчиках. И там будет самый вкусный багет, самые хорошие цены. И самый милый прием. Бонжур, месье. Мадам. Манжур, бонжур. Едем дальше. Ну что ж, мы покидаем Прованс, встаем на А7 и будем ехать в сторону Альп. Французских Альп. Вот, выходим на А7, сейчас берем, наверное, талончик, либо еще что-то. Ну, что-то здесь с нас хотят. Или нам что-то дадут. Да, тикет нам дадут. И будем двигаться в сторону Гренобля, в сторону Альп. То есть будем продолжать свое путешествие. Движемся в сторону Лиона.
Заехали в регион Альпийский, уже так был, значит, Прованс закончился, и мы движемся в сторону Альп, французских Альп. Вот по такому автобану А7, трехполосное движение, ограничение 130, вполне достаточно для приличных людей. Вот перед нами какой-то карьер, разработка какая-то ведется. Только что проехали поля с лавандином, не с лавандой, а с лавандином, мы уже научились различать по внешнему виду. Вот, лавандин он выше, как бы, так вот, длиннее, пышнее. Или лаванда выше, длиннее, пышнее, ну, неважно. Короче, поля с синим цветом были, вот. Подсолнуховые поля с такими головами, которые крутятся в сторону солнца послушно. Вентиляторы появились здесь. Здесь не хватает ветра, поэтому специально ставят вентиляторы, чтобы обдувать поля с лавандой. Вот. Ну, а мы продолжаем наше путешествие в сторону Лиона. 120 километров осталось. Потом перейдем на трассу F9 и уйдем в сторону уже Гренобля. Продолжаем путешествовать по дороге.ру с дорог и автобанов Франции. Вот уж воистин, на чем только народ не ездит. А это прицеп, похоже, к мотоциклу. Вот такой вот чудной. С дорог Франции чудим помаленьку. Мы все еще висим на трассе в сторону Гренобля. Интересная машинка перед нами идет, это вот, с желтеньким номером. Номер марокканский. Ну, не только в России, значит, любители есть путешествий на автомобилях, а и в Марокко. Вот тоже люди на пароме ездят и странствуют. А тоже ведь расстоят и неплохие концы. Это же надо туда, на юг Франции уехать. Там на паром сесть. Почти что как до Зеленограда. Ну, до Москвы, в смысле. Вот так вот. Интересная система саморазгрузки. На хвосте у грузовика висит погрузчик. Буквально машина такая плоская. И он вилами цепляется за задний бампер, поднимается и висит, и едет с грузовиком. Потом его сгружает, и он опускается и начинает разгружать машину. Ну, водитель, соответственно, становится водителем погрузчика. Вот такие вот интересные решения есть в автотранспорте Европы. Когда дальнобойщик сам себя может разгрузить либо загрузить. Мы въезжаем в горный массив, французские Альпы. И вторую половину нашего дня можно охарактеризовать поговоркой «Готовь сани летом». Мы едем в Куршавель, хотим посмотреть три долины и определить себе место для того, чтобы зимой приехать сюда покататься. Мы не изменяем Зёльдену, да, а просто, помня о нем, еще ищем себе новые интересные места. А в Зёльден мы постараемся попасть завтра и летом посмотреть, как он себя чувствует в летний период. Продолжаем путешествовать. Безграничных дорог Франции и Европы. Фотодороги.ру. Умно жадные мы. Ну вот мы и приехали в город Гренобле. Гренобль, соответственно. А вот в обход машина нас не повела, навигатор наш оживший. И, кстати, не подводивший с тех пор ни разу, надо ему отдать должное. Вот, очень полезный. А повел нас через город. А вот здесь какое-то строение времен революции. Революцион, у меня такое ощущение. Я, может, даже более старый. Что-то такое старинно-французское, с флагом, с таким. Вау. Вот, а мы сейчас держимся правее, будем речку переезжать. А потом где-то нам левее надо будет держаться. Ну, в общем, знай себе, не зевай, где тут, куда, какие шале ехать. Прям какая-то настоящая французскость вон перед нами. Вон, а он туда здесь какой. Вау! Вот он Гренобле-то. Гренобль, что значит? Город среди гор. Во! Точно. Так и будем себе его переводить. Вот, идет, конечно, небольшой ремонт, но общая прелесть места, конечно же, видна и ощущается. Ну, а мы продвигаемся через город, проходим на автостраду. Ну, пытаемся проехать на нее, соответственно. Здесь улица Гренобля. Вот так и не скажешь, что вокруг горы. А на окраину выйдешь, раз и видишь сразу горы. А так вроде даже и, может, в Париже мы где-то, например. Вот. Но чувствуется дыхание гор. Вот не знаю, как объяснить, но чувствуется. Машины как-то по-другому начинают работать. Ну и ощущения в душе такие. Недавно было море, потом были холмы Прованса, а сегодня уже горы. Все-таки автопутешествие дает не... Вот повторим его. Вот.
да. Сел за руль, завел машинку, раз, и от моря поехал в Прованс. Потом раз, и переехал в горы. Потом раз, и два. Совсем мы уже подобрались близко к району катания. Вот такой вот замок потрясный мы видим на склоне. Король местный тут был. Но это еще до горнолыжного периода, естественно. Он тут контролировал. Но вряд ли горные лыжи. Ну а мы продолжаем свое движение. Значит, нам еще ехать 39 километров нам сулит навигатор. Но места такие уже горнолыжно-катательные, судя по уклону склонов, по шале, которые раскинулись тут в долине. Всякие намеки тут нам делают на то, что тут где-то катание сыр вон появился. Вот. Ну, имеется в виду рекламы сыра. Вот мы продолжаем движение, пока вот впереди горы. Горы туманные, горы туманные, горы. Да, мы туда, короче, в горы. И сам по себе вид интересный. Вот дома, горы и деревья еще коафюренные. То есть вот им тут явно их обстригли вот таким образом, чтобы они были аккуратненькими и красивенькими. Забавный вид. А может, у них тут ветер дует, их тут сдувает ровненько, не знаю. Но видна рука мастера. Выходим напрямую, уже Куршавель, Мирабель и Латанья. Указатель был. Мы в боковую долинку уходим. Вот уже где-то здесь, видимо, и начинается катание. Тут уже без намеков понятно, что мы близимся к району, ну, зимнего, понятно, катания. Летом вот, ну, на велосипедах тут можно кататься там. Ногами ходить можно. Кто хочет. Да. Вот. Так что едем дальше. Марибель 14, Куршавель 21, Латани 16. Ну, прям вообще горная дорожка пошла. То есть вот так выглядит район, подъезд к району катания. Да-да-да. Катание, понятно, наверху, а мы вот тут как бы вот такой вот прекрасной долинкой едем. Кстати, сейчас видели ребят, которые занимаются, я даже не знаю, как это правильно назвать, вот в гидрокостюмах на пенопластовых дощечках таких сплавляются по речке. Не знаете? Ну вот я тоже не знаю. Прилично условие этому названию, не знаю. Потому как, можно сказать, с голой пяткой на пулемет, в смысле в горную речку с пенопластовым набрюшником, жестковато. Вот. Но, тем не менее, людям нравится, адреналинится они потихонечку, и вперед, вперед, вперед. Ну, а мы поднимаемся выше, мы хотим осмотреть места будущих наших катаний. Нам уже нравится. Вот уже здесь, представляется, как зимой можно ехать, снег, тут там сосули какие-то будут. И ты такой едешь, и, в общем-то, лыжные палки туда-сюда, ботинки. Короче, меняем две зимы на одну зиму. Два лета на одну зиму. Вот. Продолжаем наше восхождение в Куршавель. На боковую, значит, стенку долины мы поднимаемся сейчас. Дорожка приобретает все более живописный вид. Все больше куршавелится по склону. И мы движемся вперед, вперед, вперед. Продолжаем восхождение на гору. Тут написано было 4 километра, похоже, по вертикали, а не плено. Потому что долго мы едем. Особенно, конечно, восхищают велосипедисты. Это какие надо иметь икроушные мышцы, чтобы так ездить. Вау! А зимой все это снегу будет. Вау! В общем, вау, 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 вау. Через 450 метров въезжаем на круговое движение. Затем второй выезд направо. Так, въезжаем в какой-то Куршавель. Почему какой-то? Потому что, насколько я помню, их должно быть три. О. 550 метров. Автобус, велосипедный автобус. Достигли мы какого-то места под названием Куршавель. Но тут как-то не куршавелисто. Но не видно ни подъемников, ни чего не видно, короче. Да и вообще, стоим сейчас в пробке на въезде вот в этот самый Куршавель. А там колокола бьют. Есть подозрение, что это нижний Куршавель. Их вроде бы всего три.
вот это вот деревня, а само Катание наверху там где-то. Да и навигатор нас зовет вперед. Попробуем прокатимся дальше.